Я готов. Блять, зачем я сюда пришел? Ты просто не Страдать. представляешь, что сейчас будет с тобой. Нет, я представляю. А, надо поставить, что я рейдю, да? Да, да, да. А, то есть это не так. Что ты из этих? Авиадека, пехотный. А, ну он, понятно, почему пехотный. Ну еще и, блин, и финнов. Вот ты сволочь. Я вместо артиллерии поставил финн. Ага, и сейчас на нас миллион пехотинцев классных придут. Да. Там две бронепоплавковых. Там, если хочешь, я могу скинуть себе красную деку, где только УАЗики. У меня такое есть. Ну, давай его попробуем против них, может, хоть что-то там получится. Я себе позволяю. А, доход максимальный, я забыл. Ты что, артиллерию будешь брать? Ну, бессмысленно. Нам каждый солдат. Нет, нам каждый солдат сейчас нужен. Смысл. Все, все готовы? Подожди. Да. Давай попробуем вот эту. Сейчас вот эту хрень. Оу. Да. Стал. Эти 10 секунд отчета, это сколько нам еще осталось? Да, опять жопа, блин. Жопа, блин. Истерика, блин, безумие. Сейчас статистику поражений от ботов нам просто... Ну, блин, у меня еще и пехота. О, ладно. Короче, оставляем фол в лесу. Штука полезная, как говорится, пригодится. Да, эти не будут стрелять по нему. Я свою ЦВшку оставлю... На базе, потому что это пехотная все-таки. И чё мне брать? Ну ты же видел бой. Сейчас будет пехота, сейчас будет авиация у них. Ну, это точно. Вот это место, но я не уверен, что это хорошая идея, ну ладно. А они что-то как-то в этот раз, по-моему, вообще туда не особо шли. Они же вот здесь вот проехали. Израиль может засесть в городе, вот там, где Серов метку поставил по центру сразу за выездом. Вот я вот сейчас, да, поеду азаритами, у меня как-то азаритов... Two minutes later. Так как так-то? Так, ладно. Комп не знает же, что сюда можно ставить фобы и видеть их. Ну, конечно. Поэтому, да, все будет путем. Не, я отвечаю. Ну, в тот раз, кстати, он практически, как я говорил, на альфу-то не пошел. Ну, сейчас посмотрим. Оставьте очки для того, чтобы защищать. Охранять базу. Сейчас чем больше техники будет, да? Да. Ты же тоже больше очки. Больше? Да. Ты у них этот же эффект режим оставил? Супер. Да, конечно же. Нам трындец. Ну да. А чего у вас так много? У вас там ЦФГ и Улерик, что есть техника. Я один на два фланга, вы чё? А где Серов? А, я еще думаю, что выставлять. Да ты чё, Серов какой? Верты брать, воздух-воздух. На Фокстроте я буду стоять. Ну вот я считаю, город Дельта занимаю, и вот город на Альфа. Все, то есть... А, ты хрен... сразу два города будешь занимать? Ну, и... я... танки с азаритами отправлен один. Блин, мне кажется... Давайте я город Дельта займу тоже. Я туда поставлю 100-500 сасов. Я не буду стрелять оттуда вовсе. Ну, удачи тебе. Че, нет, так не работает, да? Здоровья погибшим. А что делать? Как это? Так. Предположим. Не стоит. Допустим, допустим. Чисто теоретически. Ну что, начинаем, нет? Сейчас, ты что? Надо же еще ПВОхи взять какие-нибудь. 30 секунд осталось, давай. До времени еще вагон. Кто арту возьмет? Я могу взять. Ну, я думаю, они двигают арту, если честно. Судя по тому, что они творят. Вы арту еще хотите их убивать? Я тут думаю, пехоту брать или танки. А вы арту. Надо просто уже... Слушайте, а если мы чисто займем вот это эхо и встанем в оборону в глухую, в следующий раз попробуем. Или какую-нибудь карту с городом возьмем и чисто в оборону встанем. А, господи, что пойти, Марк? На шансы будут? Типа вассанский порт? Так у тебя будет? Вот город прямо по центру стоит, две точки можно держать в троне. Давайте поставим карту с городом. У него город чисто, есть, он хочет другую. Чисто карту, ну,
вот типа вот такой карты, да. Возьмем и чисто полностью там эхо закроем, посмотрим, что они делать будут. Нас убивать. Да, бить нам ёбло. Приятно смотреть, когда никто не стреляет тебе по ходу движения, да, вот по этой метке. А если бы еще и стреляли, то вообще... Это я бы вышел это... тоже на старте. А ты что, с ФГ этот город занимаешь? Ну, да, мне сказали, что там будет много самолетов, много пехотов. Самолеты будут летать здесь. Самолетовые это. Ребята, они занимают точки. Ты занимай. И я занимаю, но... Мы вообще вон с Ярославом пошли занимать одну и ту же точку. Ярослав, с дельту занимай. Ехай отсюда. Мне больше всего интересно, а где они сейчас, потому что никого не видно, и это страшно. И это пугает больше всего. Пипец, как страшно. Вон они летят, вон они едут. Уже что-то появилось. О, они разворачиваются, мы их напугали. Вне бил 28. Есть, лечу на них. Уезжай, уезжай оттуда, всю пехоту потеряешь. Вот тебе и конец. Ну, он полторашку сбрасывает, это не северокорейский, у него полтора, а не три. О, а боже, нет! Ну вас нахер с этими вашими войнами. Я домой. Там бери нахер, да? Нормально они самолетов отправили. Охренеть, вообще что творит? Ублюдок просто. А почему они по М8 падают, мои эти слабые? У кого там арта была, вон едет. Видимо, в угол. Я хочу жить, мама, не надо. Играй как всегда, хватит ныть. Дядя, не надо, дядя. Я не настоящий сварщик. Сварщик. Ну как убить кошемку? Боже, она слишком далеко, это зариты. Давай, давай, ты сможешь. Ебу. Блин, там еще и кубы. Вот тварь. У кого-нибудь есть дешевое снабжение? Типа за 15. Можете, пожалуйста, за 30 сюда отправить только машинку? Потому что у меня очко еще за 40. Слишком дорого. А где это? А, сюда? Город, город наверху. Сейчас. А, кажется, уже не надо. Видишь, к тебе 4 парня приезжают. Скоро нечего будет лечить. Там 8 приезжают. А, тогда тем более. Слушай, он, ему приказано вернуться. Приказано вернуться. А у нас такого, такого нету. Мы никому не приказываем вернуться. Они умирают. Нет, ну все, все это ГГ, ребят. Я город оставляю. Типа я все. Да все путем, мне он двое еще там пехотинцев. Кого путем, проснись, сержант. Путем. Вон, видишь, как мы их разбираем. Подарить. Как детей. Да вы... Не успел, а зачем ты его оставил включенным? Да я не успел. Смысл, зачем? Ты что, прикалываешься? Ты, может, поглядел, тут как бы сейчас три самолета над нами летают. Это уничтожение, это не завоевание. Нет. Тут нет сейчас такого. Сейчас три самолета летали, я сбил два, как бы, и радарник уничтожил. Кстати, некого лечить, все нормально. Теперь, да, можно никого не звать. Да, не вызывайте, просто имейте в виду, если кто-то надо, сейчас будет вызывать, уже не надо. Как бы вопрос закрылся сам собой, знаешь, даже... Ты, чему ты включил? Там ездит, как ты. Ты посмотри, связки какие. Вихрь, ты посмотри, что они творят. Супер. Блин, вы посмотрите, они с истребителями уничтожают, мой вертолет вылетели. Да.
они. Слушай, я, извините, парни, вы, конечно, как хотите, но я буду теперь играть с компьютерами, а не с вами. Они намного умнее. Наши, вот кто бы ни играл, мы так не делаем никогда. У нас стал самолет упал? Нет. У нас стал МиГ-21 упал. Это я его сбил, он прям над базой летал. И теперь, смотри, он даже не промахивается. Уйди! Промахивается. Лес! А я зато промахиваюсь. Две ракеты, как минимум, молоко ушло. Давай, ЦФГ, вот это место занимай, сейчас займут его. 27М. Бля. Да. Я им сейчас базу засвечу, все нормально, парни. Кстати, надо действительно купить арту. Что делать с таким, конечно, этих самых? Тут не работает стандартный. Ярослава, спрячь куда-нибудь ЦВХ. Нам это понадобится. Я ее уже уводил как можно. Вообще на нашу базу, в смысле? Я понял, что я уже все, ухожу дальше базы. Ты че, вентиляж? Чем? Чем пехоту дели? Чем ты будешь вертарашить? И учитывая, что это режим, где вертараж противопоказан. Тут вся игра противопоказана для нормальных. Ну, САСы сделали все, что могли. САСы сделали то, что не должны. Они сделали не все, что могли. Слушай, ну я могу сказать, что боты очень даже хороши оказались. Когда я с ними на другой карте играл, там просто вот колонна зергов шла. Без каких-то мозгов. Ты может просто режим такой поставил, как, ну, я имею в виду, сложность ботов таких поставил, типа овощ. Не, ну я средних, по-моему, ставил. Ну, типа овощ, я понял. Ну да, а это чуть-чуть больше. Модерна, ты смотри, просто жопа. Это модерна мне почти первого леопардика. Твоя кошемка на альфе обещала. Да? В смысле? Я расстрелял только что развед вертолет. Ею. Все принимают участие в войне. Он убил все-таки мне первого леопарда. Правда, ценой модерны. А кто у нас там летает, что на него напали? Я вылетел, Кашем у них сбил ротарники, и они вылетели в 18-м там сюда. Нормально все. Изничтожаем. Аникилятор, блять, мой самолет. Ой! В смысле 4 танка? Кажется, мы лишимся сейчас ЦВшки. Но я очки нам зарабатывал. По-моему, очки зарабатываем яйца ФГ. Очки даются за владение сектором. Нет, ой, по-моему, мы... Нет, это другой режим, это не экономик. У меня во вторых леопардах закончились снаряды. По факту мы сейчас нацелили уже 5000 из 8000. А у нас что, есть ограничения по... А, блин, ты поставил эти... Нет, я случайно. Очки? Не, я про очки, в смысле, на которые мы закупаемся. Так да, тогда надо мочить их. Че, вообще не вопрос. Я-то на бесконечный бой тут рассчитываю. Я тоже, я забыл, что они сбрасываются, эти настройки. Три вихря, Римзи, три. Чем убивать? Он специально выслал Галеба, чтобы он умер, но забрал мне леопарда второго. Вот уёбан. Авиа, нет. Авиа, за что? Да блин, выстрели-то уже, пора бы. Параша. Не пора бы, а параша. Блять, ну забрал что-то.
Блин, я так долго стреляю своими матчбитами, но без толка. Ну, охренеть одним словом, если честно. Да все путем. Мы уже близки к победе. 1500 и все, они наши. Ну, вихри как бы убить 4 штуки, полуконтуженные все, ну как. Я даже Азарита назад отвожу, потому что... Радар справа, для тех, кто не выключает. Да похер, а то так двигаешься. Даже отойти не мог, там уже Т-55-ки сбоку стоят, просто-напросто контролят. Да. Я забыл, что надо поставить бесконечный бой, поэтому извините. Нормально. Да не, благодаря тебе только мы и выиграем. Возможно, не факт. Мы близки к этому, как бы. Радарником вылетел. Чекнул, что там у них. Are you talking to me? Нет, куда ты идешь, пса? Всем добро. Здорово. Ты порно любишь? Гей-порно. Гей-порно. Без регистрации смс. Сексуально. Нет, не хочу гей-порно. Скажите, чего так рано? А мы любим. Просто они порно снимают. Просто Серов проснулся и такой, типа, мне не хватает. Ну, на самом деле, да. Примерно так и было. Давайте поставим ботов для разминочки. Очка. Для разминочки. Да. Я сказал, я вот сразу сказал. Я предчувствовал. Разминочка. Ой, какая машина хорошая. Ты посмотри, что он творит. Просто 55-ка. Так, погодите, а почему раздача не с вами? Не знаю. Он вообще там спит, по-моему. А, ну да. У него нету дома, он спит в Дискорде. А он тогда поздно, я уже это... Наверное, часа в 3 спать шел, смотрел, он это, до сих пор Wargame рубится. На самом деле, там пацан откинулся, просто уже знаешь, что... Ой, да ладно. Ой, самое лучшее, что было с раздачей... Это когда он сказал, вы как хотите... А я на кораблях пошел, да? Все, по-моему, помнят это. Это было лучшее, что он сделал. Я так не понял, что он сказал? Он сказал, вы как хотите... Полная победа. Поплыл кораблями в сторону врага, а следующее, что мы от него услышали, это его храп.